Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. 12 серпня сайт Головного управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області повідомив, що за 7 місяців 2019 року місцеві бюджети Миколаївщини отримали 449 мільйонів 100 тисяч гривень земельного податку та орендної плати за землю. І як нам повідомили у прес-службі Головного управління ДФС, бюджет обласного центру отримав 179 мільйонів 200 тисяч гривень за цей же період. Отже, про те, наскільки ефективно використовується земля у Миколаєві, як збільшити надходження до міського бюджету грошей від оренди землі та земельного податку, наскільки врегульовані земельні стосунки, говоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Олег Абрамов, голова Миколаївського відділення Всеукраїнської громадської організації «Спілка оцінювачів землі» і оцінювач вищої категорії. Вітаю. Добрий вечір, спасибо. Ми працюємо в прямому ефірі, телефон студії 76-92-33. Ну, перше запитання до вас, як до фахівця. Наскільки ефективно, на вашу думку, сьогодні використовується земля в Миколаєві? Ну, такий вопрос завжди, собственно, сразу настраює. Да, неефективно. Хоча йде земельна реформа вже 20 з лишнім, почти 30 лет. Да, і... А мы от нового президента слышим, что надо сделать, начать земельную реформу. Она уже идет. И задачи реформы постепенно выполняются. Уже ну, созданы, во-первых, структуры и накоплена информация по землям. Вот, определены значительная часть пользователей и собственников, созданы структуры, которые обеспечивают движение, продвижение реформы. Вот. И, в общем-то, можно сказать, все идет в правильном направлении, но не без того, что оно тормозится, идет медленно. И там тоже есть, так сказать, и коррупционное влияние, там всякое есть. Ну, ви сказали, що реформа іде, да. І тим не менш почали, да, з того, що використовується земля неефективно. Да, неефективно. Що заважає? В чому, ну, проблеми? Ну, законодательство в этой ситуации, вот я никогда не ругаю. Да, в нем есть недостатки, но если его придерживаться, выполнять строго, и только в крайних случаях, где действительно противоречие какое-то, ну, значит, надо консультироваться, разбираться и задавать вопрос в Верховную Раду, чтобы она разъяснила. А так, в принципе, значит, нормы Конституции, Земельного кодекса, Налогового кодекса, как бы его не ругали, а он сейчас, ну, настолько полезный, он как толковый словарь, там очень много определений, которых раньше нигде не было в нашей сфере. Вот, ну, так... В принципі, все йде, нічого. Ну, тим не менш, мусимо говорити і про проблеми. Наскільки врегульована процедура земельних відносин в Миколаєві, ну, починаючи від, мабуть, перше – це оцінка, так? Те, в чому саме ви є фахівець. Чи відома вартість оренди або продажу землі в Миколаєві, чи по всьому? Да, если говорить о проблемах Николаева, то у нас действительно, значит, город в начале реформы продвигался впереди в Украине. Это який період? Это был 92-й, 3-й, 4-й, когда мы создали одна з тих реформ, котрі вже... комиссию, управление. Ведь таких полномочий никогда не было у горсовета до этого. А тут обвал, столько заявлений от граждан, приватизация земли и так далее. Ну, в общем-то, продвигали серьезно, реализовали, ну, во-первых, определили городскую черту, нам препятствовали в пользовании землями, которые по генплану были городу даны. Но в связи с тем, что городская черта утверждена не была, значит, ее Верховная Рада должна была утвердить. Значит, мы приготовили документы в 93-м еще году, в конце, а в 96-м было принято решение, по которому нашему городу утвердили черту, внутри которой
26 тысяч гектаров земли. Вот Одесса, она очень долго боролась за 14, за 16. А у нас вот такой город, не миллионник, а земель столько. И земли у нас чудесные, у нас водных просторов 8 тысяч гектаров. То есть есть где и зарабатывать, и отдыхать. Ну, принаймні 27 років уже триває те, що ви називаєте земельною реформою. Да. Чому так довго? Ну, конечно, кадры, к сожалению, сразу решали не все. И очень медленно набирали этого опыта. Значит, реформу, первые документы были довольно слабые. Вот первый земельный кодекс 90-го года. И только вот уже в 2000-м уже, так сказать, несколько стало почетче очень многие моменты. Вот. Кто виграє від того, що досі ці всі питання не впорядковані, не залагоджені? Ну, кому це вигідно? Недобросовісні землепользователі – це головне. Вот. Ну і тут ще треба сказати, що процедури, хоча вроде як і определились, ну, от, скажімо, город сьогодні, ну, ви із преси, телевидения знаете, что очень долго какие земли рассматриваются вопросы продления аренды, приватизации земельного, где в принципе проблем не должно быть. Вот. Но через, так сказать, обязательно проведение этих документов распорядительных через депутатов, оно затягивает. Вот. Ну, я когда-то был председателем, первым председателем этой комиссии, и мы начинали реформу, у нас не было такого. А сейчас 2-3 года могут документы лежать, вот, по 10 раз выноситься, и по, так сказать, желанию какого-то одного там представителя депутатского корпуса ситуация, что нет, надо посмотреть, что там такое. Вот. Ну, для чего смотрят, в общем-то, можно догадаться. Но сегодня, ну, где-то год назад было свыше 2000 нерассмотренных документов. А сегодня, ну, наверное... Это заявы на выделение земли? Да, да. Поэтому... Или продление договора аренды, вообще процедура. Если арендатор ничего не нарушал, то какие проблемы? Платил, используют землю по назначению. Значит, нет проблем, не должно быть проблем. Ви в даному випадку говорите, ну, виступаєте за лібералізацію, так, процедури, наскільки я зрозумів, тобто, що це все вирішувалося простіше. І подовження оренди, і надання. Чи настільки процедура затягнута, чи немає підстав для того, щоб перевіряти кожного, щоб пройти по кількох інстанціях? Я не за бюрократію, але все ж таки виділення землі, воно, напевно, має пройти якісь етапи для того, щоб місто, громада нічого не втратили. І для того, щоб той, хто бере цю землю в оренду чи купує, неважливо, використовує її саме так, як зазначено в документах, тому що... може бути зовсім і не так. Можна взяти землю під, не знаю, там, те, щоб там газон розбити і поставити там магазин або кав'ярню. Такі... У нас це розпространена ситуація, але, в принципі, значить, земельний кодекс, значить, і закон о землеустройстві, закон о кадастрі, вони, в принципі, наповнені нормами такими, по яким, в общем-то, ну, вполне нормально можно, так сказать, выделять землю. И в соответствии с нормами этими, эти процедуры не должны быть такими затяжными, там, на годы. Вот. Но, значит, есть злоупотребление.
То ви натякаєте, що комусь хочеться або щось утримати від цього процесу, або є конкуренти на той самий шматок землі? Надо ж дати, надо ж. Давайте трошки конкретизуємо, коли ми говоримо про вартість землі в Миколаєві. Чи відомо, скільки коштує, ну сотка, мабуть, міських, ми ж не про гектари говоримо, так? Скільки коштує сотка, скажімо, на продаж або для оренди в різних районах Миколаєва? Чи по всіх районах це відомо? Чи вся земля оцінена? Вопрос понятний, да. У нас, значить, в Україні квадратний метр, а не сотка. Земля дається під определенне цільове назначення. І оцінка земель, она ну, нормативная для оплаты за землю и в виде налога или арендной платы, считается по определенным нормативам, принятым и закрепленным, так сказать, в порядке. И процедура, в принципе, вполне определенная. И когда, значит, документы попадают от заявителя в горсовет, они проходят, значит, управление архитектуры, земельное управление. Ну и, в принципе, еще есть по некоторым вопросам охрана памятников. Вы сразу говорите про процедуру, а я маю на увазі, чи оцінена земля взагалі, чи є конкретна вартість? Да. Значит, вот я... Я понял. Ситуация... Что это означается в всему процессе? Нет, вот значит, смотрите, какая ситуация. Вот когда документы приготовлены, они приготовлены специалистами. И, в принципе, там все должно быть правильно, потому что все занормировано. В том числе и должна быть выполнена нормативная оценка земли, чтобы... знал тот, кто ее получает, свои обязательства перед громадой, что он должен платить. И это его право знать, оно закреплено в Конституции, в законодательстве об основах регуляторной политики, вот, в законе о местном самоуправлении. И вот когда, значит, ну, при, значит, вот этих процедурах нарушаются вот эти основные, так сказать, документы высшего, собственно говоря, порядка, то, ну, конечно, получается ситуация парадоксальная. С одной стороны, от пользователя требуют платить, ну, вот как сегодня, ему договор не продлили, но ты должен платить. Вот. А в документах, ну, не отражено так четко, чтобы, хотя... В налоговом кодексе записано, что плата определена договором. Если договор не продлен, значит, его нет, значит, надо не прекратить платить. Но люди... Значит, можливо, ви мене не зрозуміли, можливо, я не так поставив запитання. Якщо ми подивимось на карту Миколаєва, на конкретний якийсь там район, ми знаємо, скільки коштує там сотка землі? Чи є така інформація? Чи воно вже визначено? Сотками землі оперують тільки земельні спекулянти. Я не такий. На жаль, чи на щастя, немає. Ну, просто на слуху. Воно на слуху у всіх. А так, в принципі, є дві оцінки для різних цілей. Одна оцінка називається нормативна денежна оцінка. По-украински нормативная грошова оценка земельной делянки. И вся информация есть, она ведома, вызначена? Город Николаев давно реализует и вполне нормально организационно принцип платности пользования землей. Значит, большое количество участков у нас проинвентаризировано или отведено. Где есть эти документы, в смысле нормативная оценка этого участка. Принцип формирования, из чего складывается оценка каждого участка, это в основе лежит стоимость затрат на обустройство города. Ну, на создание вот того, что у нас есть. Сети,
берегоукрепления, там водопровод, электричество, транспорт городской. Все это заложить ведь миссия конкретно. Все это заложено. И это просуммировано и делится на, так сказать, площадь, которая используется в оценке, получается средняя по городу. И потом вот эта средняя нормативная оценка одного квадратного метра, она умножается на ряд коэффициентов. Там. Первый из них идет, это статус города. Вот у нас был город свыше 500 000, и у него этот коэффициент был 2,5. Но разработчик предпоследней оценки, он значит, этого не знал, не посмотрел статистический справочник и решил так. И в результате завысил на 20% эту оценку, применив этот коэффициент. 500 000 не стало, значит, коэффициент должен был быть 2. Дальше идет зональный коэффициент. Весь город по градостроительной ценности отдельных частей его прозонирован. Вот, ну, у нас было там когда-то там 60 зон, 90 зон. Вот. Новая оценка, которая уже утверждена горсоветом там, ну, с 2020 года, там уже их 300 с лишним зон. Там очень подробно разбит город, чтобы учесть, значит, поточнее ситуацию непосредственно в каком-то месте, в каком-то адресе. Вот. Вот этот зональный коэффициент, он в пределах там где-то от 3 до, значит, максимальный 3, чуть больше, минимальный 0,5. Вот. И после этого эта величина еще умножается на локальный коэффициент. Это уже коэффициент, который характеризует, значит, конкретно земельный участок, то есть его расположение. Значит, коммуникации, где близость общественных центров, улиц повышенного градостроительного значения, транспортных линий там и так далее. И вот это все дает... Я разумею, что процедура дуже складна, мы не встигнемо сегодня. Но это сделано для того, чтобы правильно ценить, чтобы за нее платили. Сумнево. Да. Я хочу попробовать. А есть другая оценка, так. Называется экспертная грошовая оценка, она для продажи. Там есть определенный набор процедур, методов, которые позволяют определить, значит, сформулировать мнение оценщика, сколько это может стоить. Вот. Ну вот, ну, можно сказать, что там в самом начале, когда вот этот перегон между Николаевым и Корабельным районом, там первые участки, которые, если ехать в Корабельный район, то справа в сторону реки там были $10 000, там, и в принципе... За сотку? Еще за квадратный метр? Нет, за участок 10 соток. У нас норма на территории города, значит, 1000 метров, 10 соток. Вот. Поэтому, значит, вот была такая цифра в ходу. Вот. И многие, кто имели возможность получить, смогли через какое-то время получить и, значит, вот эти $10 000, еще и умудрялись получить еще где-то там, значит, это... На самом початку ви зізналися, ну, підтвердили, що да. Сьогодні... Ну, потім воно там стало падати. Що сьогодні неефективно використовується, так, земля в Миколаєві. Що потрібно зробити для того, щоб стало ефективніше? І як при цьому зміняться надходження до бюджету? Ну, збільшиться чи зменшиться? Во-первых, звісно, повинні більш добросовісно працювати працівники органа самоуправления и государственного кадастра. Вот. А конкретнейше, чему самое? Значит, очень слабый, у нас очень слабый контроль за использованием земли, особенно вот в городе, ну оно и в селах также,
в сельской местности. А в городе у нас есть улицы, на которых уже производство вышли из частного сектора на тротуары до самой дороги. Я знаю несколько таких примеров на нескольких улицах. Там, значит, автопредприятие, по сути дела, ремонтирует машины. Там всегда около, значит, это все в частном секторе. И улица столбовая такая, мощная, да, и трамвай по ней ходит. И там, значит, вот есть два заводика, которые, значит, ремонтируют машины. Вот. Есть и другие, там, скажем, места. И инспекторов, которые бы ходили и оформляли, значит, документы. Вот раньше такая инспекция была, значит, в горсовете. А сейчас я... Давайте, еще предприятия занимают большую площадь, ниж была им выделена. Ну, то само захоплення? Ну, во-первых, значит, частный сектор – это жилье. И откуда там, значит, вот такое целевое назначение? Как правило, это не оформлено. Больше того, реформа же еще не завершена, и не все участки частного сектора оформлены. И этот участок, эти участки тоже могут быть не оформлены. Поэтому там сложности возникают. Но основания для того, чтобы поработать с таким землепользователем, есть. К тому, чтобы где-то в 2-3, значит, месяца поставить все на место. Хочет заниматься предпринимательством, значит, пусть выкупает землю. Я зрозумів. Недостатній контроль, зрозуміло. У нас лишається 4 хвилини, навіть трошки менше. Я хочу повернутися до цифр конкретних. Попрошу колег показати спочатку цифри по області. Це місто по області. Нагадаємо, це за 7 місяців цього року зібрано земельного податку і орендної плати 449 мільйонів 100 тисяч гривень. І тепер місто 179 і 200. В тому числі, тобто з цих 449 мільйонів 179 мільйонів міста. Мало це чи багато? Чому саме така цифра? У нас 3 хвилини. Ну, если конкретно говорить про Николаев, то так как я этим вопросом занимаюсь давно, еще с 2011 года, когда, значит, утвердили вторую нормативную оценку, вот, которая подбросила очень в разы плату за землю. Вот. Ну, это, конечно, не социальный эксперимент был, а просто оценщик земель. Ну, была такая компания. Значит, идите... А, 2 хвилини, Олег Николаевич. А? 2 хвилини залишається. Да. И она была завышена более чем в 2 раза. Ее поправляли. Вот, и так, в принципе, осталось, когда начали массово получать извлечения из оценки, то оказалось, что да, мы 3,5... И 3 – это основная масса. И так эта цифра устоялась, и сегодня можно, ну, сейчас идет процесс, и есть надежда, что она будет отменена, но вот считаем, что многие годы, начиная с 12-го, а точно с 13-го по 19-й, идет завышенная плата. Завышена тобто, в три раза. Тобто вона повинна бути нижче, ниже, да. Ця плата. И что тоді виграє чи програє бюджет? Бюджет проиграют, а граждане могут этого не заметить. Но почему? Потому что цены предпринимателями уже подняты, а опускать их из-за того, что снизился налог там земельный, мало кто будет. Но шансы есть и у добросовестных землепользователей получить вот эту лишнюю плату за 3 последних года без суда. Просто через налоговую, по статье налогового кодекса, подать, ну, декларацию правильную. И, так сказать. Но для этого надо ее отменить. Ну, сейчас этот процесс идет. Враховуючи те, що ви щойно говорили, що контроль слабкий, чи можемо ми говорити, що всі платять те, що потрібно платити за землю? Чи не вийде так, що... Якщо ціна знизиться, то більше платників стане, як це буває з податками, ну, это, усіма это, податками. Я от, у мене, собственно говоря, ну, такий стиль життя, я
общем, такой общительный всегда был у меня. Много знакомых. Я знаю, что многие не платят. Своим знакомым я упреки делаю, стыжу. Говорю, ну что же вы? Если будет дешевше, вы не заплатите? Да, будут платить. То свой принцип может спросить. Дело в том, что есть разоренные предприниматели, которые через земельный кодекс утратили бизнес. Через підвищену плату. Да. Дякую. Дякую, Лежин. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.